Спросите, пожалуйста, нашу гостью о программе, почему вы выбрали именно эти произведения по сегодняшнему. Über das Programm. Wieso hast du diese Stücke ausgewählt für deine Konzerte? Ja, Ludmila Kamelina, die Organistin, hat vorgeschlagen, dass wir einen Schwerpunkt machen mit Johann Sebastian Bach. Das ist einfach ein sehr deutscher, ein besonderer deutscher Komponist. Und ich als deutsche Sängerin, das ist vielleicht ganz, ganz schön, eine deutsche Tradition. Und wir haben es gemischt ein bisschen mit ein paar anderen Stücken. Und diese speziellen Stücke habe ich auch ausgewählt, weil jetzt gerade genau die Passionszeit ist und wir haben einen Schwerpunkt mit den Arien aus der Johannespassion und der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach. В эти дни весь мир празднует 330-летие со дня рождения Баха, и именно поэтому основная часть программы состоит из сочинений Баха. И я как немецкая певица, конечно, очень рада, привести сюда, в Россию, сочинения немецкого композитора. Но вот именно эти произведения Баха мы выбрали, потому что сейчас время, которое предшествует Пасхе, и у Баха есть две оратории, которые называются «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну». Они как раз рассказывают вот о том времени, которое предшествовало Пасхе. И именно поэтому основная часть программы как раз вот состоит из произведений из этих ораторий. Спросите, пожалуйста, я так понимаю, небольшой гастрольный тур. Откуда приехали, что видели? И в Пензе, я как понимаю, впервые, но в России не впервые. Нет, вот в России уже в третий раз. В прошлый раз это был вечер романсов немецких в Самаре. В этот раз Риту Штальмайстер пригласили в Казань с программой как раз вот той, что сегодня. Это уже из Казани? Да, мы приехали из Казани. Позавчера мы работали в Казани. Сегодня вот у нас Пенза. И следующие концерты, будут два концерта в Самаре с произведениями немецких композиторов XIX века. Спросите, пожалуйста, где, может быть, легче работается, в какой стране? Вот союз с музыкантами из других стран, вот как с вами вообще, как работает ваша гостья? Wie klappt es mit anderen Musikern zu proben und zu singen im Konzerte, so diese Zusammenarbeit? Musik ist immer eine gemeinsame Sprache, das ist schon mal sehr wichtig. Also ich spreche leider kein Russisch, aber Ludmila spricht zum Beispiel sehr gut Deutsch. Und Musik verbindet Musiker immer miteinander und dann, ja, man hat eine gemeinsame Idee und das funktioniert immer sehr schön. Ну, прежде всего, музыка – это язык, который не требует перевода. И, к сожалению, я не говорю по-русски, Людмила говорит по-немецки, но главное то, что мы у нас одинаковые идеи, и поэтому нам не трудно договориться. От себя скажу, что пианист, с которым Брита работает в Самаре, он не говорит ни слова по-немецки, очень плохо говорит по-английски, но у них совершенно замечательно складываются отношения, потому что, повторяю, язык музыки, он, в общем, понятен без особого перевода.